Чуть-чуть спустимся на землю. Чуть-чуть. Надо переименовать все энциклопедии последних десятилетий, как собрание глупых, бесполезных, опасных, смертельных эпопей. Я обращаюсь уже, я понимаю, что одна эта ласточка, один поле не воин, вот, один ваулин, который сейчас, по моим понятиям, я знаю все. Нет ни одного академика, нет ни одного доктора наук, членкора, нет ни одного научного института целиком, со всем коллективом, полностью там сотни их там доцентов и прочих кандидатов и докторов. Вот. Там и десятки, и сотни, которые знали столько, сколько знаю я. Сегодня, сейчас, садовод номер один с ученой степенью в России Ваулин. Вот. Докричусь я когда-нибудь, нет? Вряд ли. Чтобы когда-то он возглавил лучший институт, лучший целый этот самый район, целую область, еще лучше сразу в этот самый, туда, министерство и прочее. Вот, к сожалению. Почему? Какая-то при полном равнодушии энциклопедии начали клепать все, кому не лень. Все, которые знают, что ветки лишние, почку надо перекапывать, граблями содрать все с земли, вот, самое, оставив голодными червей, и больше не знает ничего. И называют это энциклопедией. А потом я беру, и у меня вот от этого, у меня сразу шерсть дыбом, у меня давление скачет. Я не доживу своих лет, потому что видеть это я не могу. Помните, меня призывали все? Успокойся и это самое. Это как в том анекдоте. Когда этот, приходил домой, видит, жена лежит с любовником. Вот. Я вас поубиваю. Дорогой, выпей чашку кофе, успокойся. Вот. Проходит день, еще день, опять это самое, доктор рассказывает, опять прихожу домой, опять с любовником лежит. И опять за топор, а мы выпить чашку кофе, успокойся. Доктор, представляете, вчера прихожу, опять с любовником лежит, опять я только это самое, сейчас порублю вас. Только это самое. Жена говорит, дорогой, пойди на кухню, выпить чашку кофе, успокойся. И так каждый день. Вот, доктор, вот объясните мне, пожалуйста, ну что мне делать-то? Мне не вредно столько кофе пить. Ненавижу. А это что? Вот смотрите, я обращаюсь, допустим, к Ваулину, да? Нам это никогда не светит. Мы никто, звать нас никак. Вот. Я фермер в отставке. Смотрите. А вдруг... Может, там, как это самое, на небе кто-то услышит, да, за веревочки держит. Вот это вот якобы бактериальный ожог. Да? Вот. Представь себе, вот это было молодые деревья. И груши, кстати, это груши. Вот. Они, кстати, не так подвержены, если это правда бактериальный, не так подвержены, как яблони. Но если поставить задачу уничтожить, вот была поставлена задача их уничтожить. Посмотрели? Вот, уже даже по коре видно, вот она какая. И вот деревья росли, их приводили в порядок. Кто-то придумал за них и форму, ниже посмотрите, вы ахнете, если дойдем сегодня. Что творят-то люди, да еще с учеными степенями. Это тихий ужас. И вот они, значит, приводили их в какую-то систему. Приводили, деревья болели, еще хуже, хуже, хуже. Ветки отрезали, все нарастало, отрезали. И, наконец, плантация погибла. Согласны? А теперь представим себе, наука, ради бога, ау, не обязательно Ваулин. Вот, я еще 10 раз помню его фамилию, в хорошем смысле. Просто некому обратиться больше. Представим себе, что рядом такой же растут такие же груши, пусть даже на этих же дебильных подвоях, этих самых клоновых, пусть, но не подходить секатором. Вы думаете, такая картина будет? Вот это до них никогда не придет. Посмотрите, что они пишут. Это все к тому же. Для них, они даже знают, что такое бактериальный ожог, в принципе. Вредители плодовых деревьев, фото. Вот оно, фото. Вот. Вот он, портал лучше. Итак, вредители плодовых деревьев, методы борьбы с тлей. Но у меня нету тли.
Елена Александрович, подтвердите, если слышите. Вы уехали в командировку, если слышите. Ну, нет ее. Я не калечу деревья. Пля есть ослабленное. Дерево, которое здоровое, оно вырабатывает такие антитела, которыми пля справиться не может. Сел, если или улетел, или сдох. Два варианта. А дальше что? Яблоко с муравьем. Вредители плодовых деревьев. И вот это все, это дурь. Вот один раз поставить опыт, ну, чтобы сказать, да вы посмотрите-то. Ведь даже чтобы был бактериальный ожог, это надо же не просто, надо оголить дерево. Ну, мы же как, вот поехали вы на юг, да? В Риам, Черное море или там Анталия. Разделись догола, утром проснулись, вы красный, горите, жар, пузыри лопаются на вашей коже. Понимаете? А они что делают-то? Они же, у них ума-то нет, что они творят. Вот попались у меня, Александр Юрьевич. Хоть один нормальный ученый, теперь все шишки на вас буду валить.